Аким области Даниил Ахметов сегодня побывал с рабочим визитом в Зыряновском районе. В ходе поездки глава региона ознакомился с ходом реконструкции дорожного полотна, оценил текущий ремонт нового инсультного центра и посетил восстановленные после подтопления дома зыряновцев. Улица Горького Зыряновский протяженностью 2 километра не видела капитального ремонта уже давно, а ее возраст составляет более 50 лет. В этом году в городе провели работы по ее ремонту. На это было выделено 92 миллиона тенге. Но не каждый объект в городе имеет надлежащий внешний вид. Это касается и фасадов домов, и центральных улиц, а также мест отдыха зыряновцев. Об этом в ходе рабочей поездки сказал аким области Даниил Ахметов. Он поручил до 20 августа закончить все работы. 20 августа. Ровно через месяц. Если все будет закончено 20 августа, значит, я рассмотрю возможность дополнительного объема. Для того, чтобы, например, вы найдите небольшую сумму из бюджета и объявите на сумму общую тендер. И если вы 20 августа выполните то, что я хочу, чтобы максимально здесь было хорошо, тогда дополнительные деньги дадим. Если вы не сделаете, ничего не дадим. Критику со стороны глава региона также услышала и подрядная организация, занимающаяся ремонтом помещения для нового инсультного центра. Строители не спешат сдавать здание в эксплуатацию. На данный момент сюда уже завезли новое оборудование. Специалисты проходят переподготовку. Обслуживать здесь планируют помимо местных жителей пациентов из Катон-Карагайского и Курчумского районов. Вы не думайте, что мы вот так безответственно будем относиться к вашей некорректной, я бы сказал, недобросовестной работе. Работа должна идти, люди не должны сидеть из-за вас на этих стульях. Работайте днем, работайте вечером, прекрасные условия, оборудование все поставлено, но нету здесь строительной работы. Вот такие компании побеждают в тендерах, а потом не выполняют свои обязательства. В завершении визита глава региона посетил дома жителей Зыряновска, которые в весенний период оказались в зоне подтопления. После беседы с жильцами и осмотра домов аким области Даниил Ахметов дал положительную оценку проведенным работам.